Он может очень сильно бить, может подрезать. Но тут навесная передача в штрафную площадку. Более рослый сейчас Хованец отбил головой. И там не развернуться, не ударить. Коленко, конечно, ничего не мог сделать в данной ситуации. Будет выбивать мяч в поле футболисты Спарты. Матвеев вперед на Соленко. Олег принимает мяч. И вот он один, четыре защитника. Ну там двое ему угрожают реально. И заставили бить его. Неудачно передача была, очень хорошо Ковалец отдавал. Но пока, вот посмотрите, что сейчас. Пока 0-0 и удар Петер Коуба. Коуба берет этот мяч. Вот хороший удар. И бил Ковалец, это левый защитник Спарты. Это Сигль. Это капитан Немечек. Очень мягко, хорошо отдал пас вперед. И уже Кутепов в броске. Чем-то схожа ситуация. И нет грубости какой-то. Он пресекает. Но откровенно грубость. Матвеев сам решил бить. Вот это была ошибка его. А киевляне так кучно очень атаковали. Там на коротке вот может только играть. Вы посмотрите, как опекает плотно их. Но вот возможность была. Но трудно. Это Грицина. Юрий Грицина пытался немец. Еженемец. Фридек. Немечек. Да, это естественно. Он был близко и очень хорошо отдает пас. Получает капитан команды пас. И сильно бьет по воротам Кутепова. Но, слава богу, все обошлось. Удар был не вот этот Шкиасян, как только применяет длинные передачи. Это, конечно же, защитников уже приводит в некоторое замешательство. Бесса, Соленко. Ну, нужно отдавать или сам будет бить. Сам решил бить. Какой-то момент был потерян. Очень важный момент. А у ЖК этого нет. Это ощущается и потому, как они играют в чемпионате Украины. Вот хорошо Олег Лужный низом. Но заметьте. Мячи совсем неплохо было сыграно, но вперед продвижения просто нет. Еще. Хорошо импровизировали. Хорошо, Ковалец. Хорошо, хорошо. А вот никто не поддерживает поблизости никого из атакующих игроков. Ну что же, Олег, это я, Соленко. И вновь низом. Вновь не точно. Инновский Фридек. Главный тренер, вы его видели уже в начале первого тайма. И те, кто смотрит матч с самого начала, это Душан Угрин. Вот это была атака. Была, потому что она разрушена защитниками Спарты. Была атака киевского Динамо. И еще одна атака. И еще одна попытка. Но выпад защитников и вратаря Спарты. И вот мяч пробил стенку. Некоторые зрители компенсируют отсутствие зрителей на трибунах трещотками, звучит барабан. А пока что чехословацкие футболисты имели возможность забить. Это Сигли. Остается так, схватился за голову. Посмотрите, как это было. Один на один с вратарем. Казалось бы. Но он уже... Хотел сказать все, но пока чехословацкие футболисты владеют инициативой в этом эпизоде. И вновь атакуют. И вновь угроза воротам Кутепова. Еще не миновала. Посмотрите, что делается. Игорь Кутепов на месте. Хороший эпизод. Сам по себе хороший. Мы его с вами, в отличие от тех, кто на стадионе, сможем еще раз посмотреть. Вот как капитан Спарты действовал. Партнеру по... Ну и Кутепов молодец. Не дрогнул. Итак, 0-0. Грицина. Ну, не забили соперники. Давайте попробуем еще. Вот хороший удар был. Хорошо. Еще раз с Матвеевым. Олег отдаст. Нет. Решил сам и там создал. Ну тут же. Очень остро сыграл. И хорошо работает в этом эпизоде. Хорошо бил. Ну, думаю, что да. На звезд ходит. Вот так Соленко бил головой.
И видите, насколько стабилен состав. Замен нет. Играют. Тут Игорь Кутепов, очевидно, кулаком хотел отбить мяч. И вот промахнулся в финале 20 мая будет играть. А вот все же это футбол. И нужно забивать. И вот чехословацкая команда лишается возможности благодаря действием Ахрика Цвейба, который не раз уже выручал свою команду в таких эпизодах. Посмотрите, лишается возможности забить. Вот Кутепов отбивает, Цвейба разряжает обстановку, убивает мяч. Там Кутепов готов к приему мяча. Посмотрим, где этот мяч побывает вначале. Очень опасно было. Подрезан мяч Немечиком, однако он коснулся ноги. Занимает места в штрафной площадке соперника футболисты Спарты. 5 человек уже там. Удар. И молодец Игорь Кутепов. Конечно же, похвален. Вот призером первенства будет, значит, Кубок УЕФА. Предположительно. А вот киевские динамовцы еще не решили всех проблем. Но тем не менее, они у себя во второй группе. Один из лидеров. Во второй группе чемпионата Украины, высшей лиги. И вот атака на последних минутах, атака киевлян. Прекрасный гол. Вы знаете, ну, я все время ждал этого гола Олега Соленко. Не могло быть так, чтобы столько усилий прикладывать к тому, чтобы забивать. Быть на 3 атаки, и вот, наконец, под острым углом. Здесь и вратарь расплакал, вы видите, Петер Коуба. Перевел мяч в ворота, он отбивал это. Последние минуты еще более украсит. Последние минуты этого матча. Врабец отдает еще центр. Прижали киевлян сейчас к воротам, к штрафной площадке. Это немец. Удар, и Игорь Кутепов здорово играет. Метр нет, арбитр не стал претендовать. Точность. Мини-стенка такая есть у футболистов. Сильнейший удар и прекрасный бросок Петра Коуба. Подача углового. Все может измениться. Да, выпрыгнул. Там выпрыгнул Черный. Здесь даже защитников обвинять трудно. Хорошо. Грицина. Самому пришлось бить. Его к этому вынудил немец.